когда вы заходили в зал, то здесь звучала интернет-радиостанция моя, она уже давно существует. И она круглосуточная, и можно в любое время зайти, слушать песни, сказки, моя инструментальная музыка. Она называется Григорий Гладков 101. Вот, это вообще часть проекта огромного авторадио, точнее холдинга этого радио 101.ru. Там была 101 радиостанция, сейчас где-то 200. Круглосуточные, в стерео. Одна из станций есть авторская песня, есть там детские песни. Их можно найти по каталогу, а чтобы напрямую попасть, например, Владимир Высоцкий станции, то прям Владимир Высоцкий 101. Набираете и прям попадаете, и Битлз, Битлз 101. Вот. И я очень рад, что такой проект есть, измерно даже и думал. Это значит, что все песни, которые я сочинил, фонограммы, они звучат. Они лежат где-то там в шкафу, в кладовой, как большинство. А так в любой точке мира можно набрать Григорий Гладков 101 и все слушать. Чудесное вообще изобретение 21 века. Так, кто же в зале знакомый мой? Не видно, темно. Кто? А, там новость лежит. Заболели, да? Ларочка Дмитриева, Ларочка. Главное, что мы тебя свет. Видим. Главное, ощущение, что тысячи две людей. Да, главное, что мы тебя видим. Да. Поэт Жанин, Сергей Жанин сидит. И магазин рыболов. Потом вот Орки, да? Вообще фамилия. Да? Он первый купил билет. Вьетнам Радин. Ну, начинаю я всегда с песни на стихи Александра Кушнера о картинах. Так же, как и начинается мультфильм «Пластилиновая ворона». А фонограмма, сделана на улице Восстания, была фонограмма этой песни, она звучит в мультфильме. Была сделана на улице Восстания пластмассовый микрофон «Маяк-203», магнитофон был тогда. И мы играли втроем, и я туда же пел. У меня была 12-струнная гитара ленинградского производства. Справа была флейтистка, слева виолончелистка. Их пересадили, потому что однажды они сели напротив, и виолончелистка в щеку попала флейтистке. Вот она играла, может быть, специально, потому что они, значит, ревновали друг друга. Вот. И поэтому рассадка была такая. И мы спели, сыграли, и вот именно в этом виде мультфильм все и звучит. Называется «Святая самодеятельность». И я потом узнал, что Петр Владимирович записал свою фонограмму на даче. Я вспомнил вот этот наш мультфильм на самодельном мультстанке из рентгеновского аппарата. Он был сделан. Если видишь на картине нарисована река, или ель, и белый иней, или сад, и облака, или снежная равнина, или поле и шалаш, обязательно картина называется пейзаж. Если видишь на картине чашку кофе на столе, или мост в большом графине, или розу в хрустале, или бронзовую вазу, или грушу, или торт, или все предметы сразу, знай, что это натюрморт. А если видишь, что с картины смотрит кто-нибудь на нас, или принц в плаще старинном, или в робе мерхалас, летчик или балерина, или Колька, твой сосед, обязательно картина называется «Портрет». Это песня из первого мультфильма «Пластилиновая ворона», из профессионального мультфильма и детского мультфильма «Картина». А первая пластинка называлась «Чудетство». Я ее записывал на ленинградском, на филиале ленинградского отделения фирмы грамзаписи «Мелодия». И она вся была на стихи ленинградского поэта Михаила Яснова.
Причем мы сделали так, что я пел, а он читал стихи, не просто песни были. Потом мы записали вторую пластинку. Первая была маленькая, «Миньон» называлась, вторая большая, она называлась «Гигант». И там мы оставили тот же принцип. Миша читал стихи, я пел, называлась она «День открытых зверей». Вот. Песня чудесная. Михаил Леснов, профессиональный филолог, окончил Ленинградский университет, и он придумал много новых слов, которые очень нравились детям. Брал два слова, и из них делал третье. Ну, в науке это, в науке распространен этот принцип, есть биохимия, биофизика, музыки там, джаз-рок, когда два состояния рождают третье. И Миша брал два слова «чудесство». Это чудесное детство, чудеса и детство. Правда, я ему привез целую коллекцию, знаю, разочаровал его из разных городов. Это ребята складывали слово «чудесство». Я спрашивал в зале, из каких двух слов стоит «чудесство». Варианты были такие: чудовищное детство, чумазое, чубунное, чукчее детство, чубайсы детство, чуховские детства, чукгека детство, чупа-чупсы детство, чукотка и детство, чуваша и детство. Много-много. Но действительно, чудесство – это чудесное детство. В чудесство откроешь окошки, счастливее стучит по дорожке, цветет веселютик у речки и звонко поет. Что? Соловечки. А где-то по дальним дорогам бредут осамот с бегерогом. Там елки стоят, как светелки, под ними лежат хихиголки и ждут нас три друга у бора. Забава, потеха, умора. Мы с ними в чудесство скорее войдем. Спешит тропинка под самым окном. Пойдем, лишь откликнется эхо. Умора, забава, потеха. Дальше я сыграл на инструменте, который потом услышал режиссер Александр Татарский, и включил его в мультфильм «Падал прошлогодний снег». Называется он «Козу». Он сейчас продается везде. А тогда он был самодельный у нас. И я вот на нем сыграл. И потом это стало украшением инструментальной музыки мультфильма «Падал прошлогодний снег». Кстати, сегодня так мы назвали встречу нашу. Ведь снег, который лежит на улице, на 80, 70, не знаю, 90-60% прошлогодний. Сверху новый, а внизу там прошлогодний. Александр Татарский хотел ее вставить в мультфильм. Она вроде подходила и не подходила, «Падал прошлогодний снег», потому что она абсурдная такая, и в начале мультфильм начинается именно так вот. Непонятно. Мужик ест... что он ест? Рыбу, по-моему, или арбуз, выплевывает косточки, арбуз или кружка, кружечки нет. И вот эта песня ему очень нравилась. Думал чуть-чуть текст переделать, может быть, подделать. Ну, в принципе, очень ему все это нравилось состояние, которое писал Михаил Леснов. Но потом он решил, что вообще песен не будет, но мелодию оставил. И с мелодией песни из пластинки «Чудесство» вот эта пластинка дала и мелодию мультфильму, и инструмент. Начинается мультфильм по одной пластилиновой местности.
мою песню, которая могла войти, но не вошла. Летучие мыши сидели на крыше, летучие кошки влетали в окошки, летучая лайка сновала по ветке, из кухни в дупло приносила объедки. Свинка, у свинки чесалась летучая спинка, в летучем болоте ревел бегемот, занес его ветер чужой огород. Летучая репка скакала по грядке, спасался медведь от летучих акул. Летучий зайчонок бежал без оглядки, все было в порядке, все было в порядке, все было в порядке. И Ваня заснул. Проснулся Вася. Не шумите, а разве мы шумели? Но Андрюша стучал, блин, еле-еле молотком, молотком по железной трубе. Я тихонько играл на дубе. Восемь пятых размер соблюдая, Таня хлопала дверью сарая. Саша камнем водил по стеклу, Коля бил по кастрюле в углу кирпичом. Негромко и редко, не шумите, сказала соседка. А никто и не думал шуметь. Вася пел, ведь нельзя же не петь. Пой, Вася! Петь Вася не умел, но очень старался. А что голос Васи был скрипучий, так задолго не сгрудились кучи. Кто стучал, кто гремел, кто гудел, кто свистел, чтобы он не смущался и пел. Пой, Вася! Ва-ва-ва-ва-ва-ва! А-ва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 -
песня где-то стала. Вот. Это было до музыкальной школы, конечно. Мы сделали ансамбль в моем детстве из шумовых инструментов. Я потом узнал, что такие были в сельской местности. Люди сельского труда, крестьяне, делали оркестры. Я такой застал в Брянской области. Оркестры, в которых были косы, пилы, вилы, стиральная доска. Это я только видел в Америке, у них стиральная доска была. Вот. И играли на этом. И мы играли на кастрюлях, тазах. Потому что в музыкальную школу не ходили. Ни на чем не умели играть. И считали, что это музыка. А пел самый смелый. Петь тоже не умел, но у него были пластинки на костях. Такие самодельные пластинки, на которых записывали джаз. Видимо, в доме был Луи Армстронг, поэтому пел. Но тоже, где ему учиться? В школу хор еще не ходил, поэтому он считал, что вот так надо петь. Вот я это и отразил. То есть, когда я видел стихи Александра Пушнера, я понял, что это
про мое детство. Короче, я ненавижу детский сад. А потом сделал такое, у меня была кассета, жаль, она в диске не вышла, в компакт-диске, но кассета была детских песен, издавалось это все очень активно, в перестройку. Она называлась «Детские песни протеста». И я ее посвятил Владимиру Высоцкому, под гитару все записал и собрал стихи, которые начинались с словами «не хочу», «не буду», «ненавижу», потому что «не люблю». То, что дети любят, за них родители решают. А хотелось их точку зрения знать. И что ценное в этом альбоме, то, что было много стихов, написанных детьми. Вот. Но первая песня была на стихи Успенского такая. «Если мы возьмем муки и намесим тесто, то получится у нас песенка протеста». В то время были очень популярные песни протеста, ансамбли песен протеста. И они протестовали против хунты в Чили, свободу Анжели Дэвис. Они вообще, ребята болели за мировое пространство очень сильно. И в университетах особенно было много. Ансамбль песен протеста. И вот они, значит, и Успенский написал такое вот стихотворение, которое исполнили братья Небо Благодейки. И убрались. Не надо смеяться. Это очень важная, важная тема, песни протеста. Вот. И там, значит, песня тоже на стихе Александра Кушнера была. В этом альбоме «Детские песни протеста». «Не хочу идти я в сад, там гуляют и галдят, там старушки на скамейке неподвижные сидят. Не хочу идти во двор, там работают. Шофер, не хочу идти я в тир, там висит на стенке тигр. Я стрелял в него раз 200, прострелял всего до дыр. Я хочу идти домой, там приволье и покой, там мурлыкает и плачет без меня котенок. Я не лукаю, а потом я, конечно, во многих песнях сделал, вставлял Битлз. Котенок спел. И сейчас спою песню про кошку. Попозже спою песню про собак из телепередачи «Док-шоу. Я и моя собака». Когда меня пригласили в эту телепередачу, я был счастлив. И я понял, что это Божье провидение. Так люблю собак с детства, вообще животных. Я человек городской, но все каникулы проводил в деревне. И, конечно, общался с животным. Я в детстве на лошади ездил, пил парное молоко из-под коровы. Я кормил утят, цыплят. Все это вот, весь Ноев ковчег был около меня, и, конечно, собак было много, охотничьи, всех по именам помню до сих пор. Это такое счастье общаться с животными в такой свободной среде. И, живя в городе, я потом стал потихоньку подбирать их. Даже когда я вот, ну, очень скромно жил, пытался, чтобы котенок хотя бы был, когда получше стал собак подбирать. И вот у нас все время дома подобраны кошки, собаки есть. Была курица, два кролика было, птицы, конечно, были разные. Вот. И когда эта передача вышла про собак, я думал, ну, Господь, может быть, мне прошлет песню про кошку. И получилось. В телепередаче в нашу гавань заходили корабли, точнее, в проекте, который придумал Эдуард Успенский,
Я очень много работал с ним, когда переехал в Москву, много работал. Здесь я вот, когда жил в Ленинграде, это, конечно, Александр Кушнер, Михаил Яснов, два поэта, с которыми дружил и много сочинил. И в прошлом году я получил, позапрошлом уже, 22-го, премию «Петрополь» за цикл взрослых песен на стихи Александра Семеновича Кушнера. Была у нас пластинка «Гигант», «Воздухоплавательный парк». Вот. А до этого мы получили премию на двоих, детскую премию Чуковского за цикл детских песен. Это литературная премия, но московская литературная элита, московские поэты, критики, они не то что любят, обожают, не знаю, обожают Уби Кушнера. Кушнер – это непререкаемый авторитет. И когда возникла первая премия поэта России, они единогласно сказали, это Кушнер обязательно. А мы, нашей мультипликационной скромной компании, открыли его как детского поэта, остроумного. И он нам дарил стихи по некоторым мультфильмам сделан. И вот цикл песен «Пой, Вася». Они хотели отметить, эти люди московские, хотели Кушнера отметить и в детском жанре. Но за детские стихи, как бы, они не очень известны. И они соединили тогда с песнями, это единственная премия музыкальная, именно 50-50, получилось за цикл детских песен. Вот. И Александр Семенович тоже вот, лауреат премии Чуковского. Вот. И Эдуард Успенский собрал дворовые песни, он их любил в детстве. Сначала он придумал детскую передачу. В нашу гавань заходили корабли, как песни пионерских лагерей, которые сочиняли ребята, но потом ее не утвердили как детскую. А до этого Успенский придумал «Радионяню», об ОВГД. Все, что он делал, он всегда попадал в десятку. И сказали, Эдуард Николаевич, мы не можем сделать эту программу детской, потому что в каждой песне убийство. Или убийство, или с обрыва красавицы, там, не знаю, в каждой песне смерть, а то и по несколько. И гавань это, и все. Он, значит, уже собирался обидеться и начать войну, он был боец. Сказали, но идея прекрасная, давайте взрослую сделаем. И сделали взрослую песню, и там прозвучали разные песни, в том числе и тюремные. Но одну он не хотел пускать песню, это «Мурка». Ни в какую. И он решил сделать ее детской песней. Наскоро написал стихи, которые забраковал Зиновий Герд. И тогда Эдуард Николаевич обратился к самому светлому детскому поэту, самому чистому, тонкому, образованному, невероятному. Это Валентин Дмитриевич Берестов. И Берестов написал стихи про Мурку, а я потом спел, ее записал на диске, 15 хитов про котов, был такой бардовский диск, «Московские окна» выпускала такая фирма, московские, 15 хитов про котов, там две мои песни, «Котенок Кыш» и вот это «Мурка». Вот. И 21 век, эта мелодия гениальная, недаром 42 куплета в старом варианте было. Она перешла в 21 век как детская песня о кошке-мурке. И вот Эдуард Успенский и Берестов спасли эту мелодию. Сейчас я вам расскажу. Можно вторые строчки петь все вместе. Чья это фигурка, дымчатая шкурка, ждет нас то снаружи, то внутри. Это наша Мурка, кошечка-кошурка, жмется к двери, просит отворить. Теперь все вместе. Это наша Мурка, кошечка-кошурка, жмется к двери, просит отворить. Видишь в уголочке две блестящих точки, светятся всю ночку напролет. Мурочке не спится, ходит как тигрица, от мышей квартиру стережет. И Мурочке не спится, ходит как тигрица, от мышей квартиру стережет.
утро засияло, скок под одеяло, и поет, мурлычет мур-мур-мур. Целый день играет, то клубки катает, то грызет у телефона шнур. Целый день играет, то клубки катает, то грызет у телефона шнур. Мурка. Но в марте в лунном свете, как родные дети, плачут, надрываются коты. Мурка, прыг на кресло, форточку пролезла, и исчезла. Мурка, где же ты? Мурка, Мурка, прыг на кресло, форточку пролезла, и исчезла. Мурка, где же ты? Где ж ты, Мурка, ходишь? Что ж ты не приходишь? Или наш дом теперь тебе не мил? Я ль с тобой не ладил, я ль тебя не гладил, я ль тебя сметаной не кормил, Мурка. Я ль с тобой не ладил, я ль тебя не гладил, я ль тебя сметаной не кормил. Проигрыш. Играй, сыграй курчавый. Курчавый мог быть и лысым. Это позывной такой обычный в таких песнях. Па-па-пара-па-па. Та-да-ра-та-та-ра. Та-ра-та-та-ра-па-да-да-ра-та. Па-па-ра-да Мурка. Та-да-ра-да-ду-ду. Фуруду па-па-па-па-пара. Но Валентин Берестов поставил условие. Он сказал, финал должен быть хороший, положительный. Только при этом условии он согласился писать новый текст. И вот он, финал. А чья это фигурка, дымчатая шкурка? Чьи глаза из-под пола блестят? Это наша Мурка, кошечка, кошурка, рядом с ней сидела семь котят, вернулась. Это наша Мурка, кошечка, кошурка, Успенский сказал, нагулялась. Рядом с ней сидела семь котят. Любимая Мурка Владимира Семеновича Высоцкого. Какие-то вопросы будут у нашей творческой встречи из темноты. Вы-то меня хорошо видите, я вас вообще не вижу. Но это и неплохо. Это неплохо, кстати. Ну тогда я сыграю на музыкальном инструменте, кто называется казу. Казу. Вот. Музыка из мультфильма «Падал прошлогодний снег». Спасибо.
сейчас я хочу представить еще один инструмент. Все вы знаете песню «Я играю на гармошке». Это по исследованиям на радио, я участвовал в этом. Мы искали самую популярную детскую песню. И получилась эта песня. Потому что она «Дни рождения», это наши отечественные хэппи-бёрздэй «To You». Эта песня из мультфильма, она уже была запрограммирована на успех. Была музыка Шаинского, что добавило очарование, да. Но удивительная у нее история тоже. Эта песня из мультфильма «Чебурашка», где есть сценарий и тексты всех песен Успенского. И, естественно, когда человек пишет полностью сценарий, то все его, но здесь... Случайно получилось, что стихи не его, а неизвестного поэта Александра Павловича Тимофеевского, замечательного, очень талантливого поэта. И он писал и детские, и взрослые стихи, а я с ним написал много песен для двух кинематографических работ. Мультфильм «По щучьему велению» и художественный фильм двухсерийный «Сказки старого волшебника». Все фонограммы я писал здесь, в Ленинграде, хотя уже жил в Москве, по-моему. В то время, но по-прежнему писал здесь все. Вот. Все, о чем я рассказываю, все работы, они все в Ютубе есть, можно потом посмотреть. Вот. И история такая, что нужна была срочно песня для мультфильма, а Успенский куда-то уехал. И в комнате находились трое. Режиссер Роман Качанов, композитор Владимир Шаинский и редактор «Союз мультфильма» Александр Тимофеевский. Все знали, что он еще и поэт. И тогда обратились к нему двое режиссера и композитора. Сказали: «Саша, напиши текст хотя бы примерный. Мы сейчас сдадим песню, а потом, если что, доделаем, Успенский доделает». Ну, Тимофеевский стал отказываться. И тогда пошли на хитрость, сказали: «Принеси из кухни что-то, чайник или что-то». И он пошел, а дверь была с замком, и его закрыли. И сказали: «Пока не напишешь, не выйдешь». И он, чтобы отмазаться, написал: «Пусть бегут неуклюжие пешеходы». Он сам разрушил. Это потом уже обросло там все. А вот такая была история. Вот. И все стало... Ну, в общем, удачный припев был, конечно. И в стихи легли, люди поют вообще не задумываться. И Успенский не справил потом. Вот так вот в «Чебурашке» оказалось инородное тело, которое явилось самой популярной детской песней. И все, значит, представляют, что это, ну, такая гармошка, да, обычная, деревенская, хроматическая, двухрядная. Но мы открыли, что и гармошка-то там тоже другая. И сейчас ее один человек покажет. Он приехал со мной из Москвы. Идите сюда. Его зовут Павел Гладков. Не знаю, почему фамилии совпали. Так, где вы? Скажите, пожалуйста, а почему у вас фамилия Гладков? Павел Гладков, отчество у вас как? Это шутка Успенского, когда он делал нашу гамму. Говорит: «А давайте спросим, нравится ли наша передача людей?» Вот сейчас пипером попавшегося. Идите сюда. Нравится? Нравится. А как вас зовут? Василий, а фамилия? Гладков. А у нас тоже Гладков. Вы как не родственник? Говорит: «Я его отец». Успенский. Поэтому я тоже шутку повторил. Так. И он покажет настоящую гармошку. Раз. Не, вот сюда. Вот она. Всем привет, друзья. Ну, не, ну что вы, не ели, что ли? Всем привет, друзья! Что вы не ваше, извините. Давайте показывайте. Сын, слава богу, музыку не пошел, он увлечен спортом, хочет быть спортивным комментатором. Мы познакомились с Геннадием Орловым, учится, значит, на курсах матч-академия. И здесь у него друзья в Петербурге уже есть. И меня все равно все спрашивают: «Ну, а сын играет на чем-нибудь?» Сын, и как он должен играть?
Значит, и я нашел инструмент, где надо гамма. Гамма. А куда не дуть, уже попал. И мы с ним выступаем. Мы сейчас споем с вами эту песню. Вот. Давайте. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю, может, на гармошке у прохожих на виду. Только раз в году, к сожалению, день рождения, только раз в году. Соло курчавый. Участие в создании кантри-группы «Кукуруза». Но там все серьезно уже было. Они играли, там были иностранные студенты, чехи, венгры, вот, которые тоже знали эту музыку. Потом пришла перестройка, мы поехали в Америку, нас принимали просто очень тепло, горячо. Мы участвовали в фестивалях, инструментов надарили. Музыка-то сельская. Она мне нравится еще и потому, что напоминает деревенское детство, частушки. Вот. Потому что есть в этой музыке мелодии народов мира, инструменты там все, в общем, европейские такие, гармошки из Германии, банджо единственное, что оно родом из Африки, скрипка народная, играют ее и в разных областях и России, и Молдавии, и на севере, в северных странах. Вот, и гитара, мандарин, один из основных инструментов. Так что вот такая вот чудесная, веселая, замечательная музыка. Но первым привезли нам ее эстонцы, жизнерадостные. А почему, я спрашиваю, почему у вас вот эта музыка там? Они говорят, у нас с острова Сарема, и там пролегал этот торговый путь из Ирландии. А музыка имеет в основном ирландские корни. Кельтские, скажем. И вот этот Сарема они зацепили, и там эта народная музыка, она вот была кантри такая немножко. Вот. Ну, я, когда это рассказываю, всегда заканчиваю свои воспоминания о советской жизни, когда хорошие моменты
вспоминаю, я говорю, это все обязательно хорошее вернется. Я уже прожил, может, конечно, вашу жизнь, я вот эти звезда не видел. Поэтому чуть-чуть надо пожить, а еще мы опять соединимся, обнимемся, отпразднуем, и это злые силы прогоним. Я несколько песен спою под фонограммы, струнный квартет, экселент, биг-бенд, причем записано в Ленинграде, так по-моему, эти времена. Но сейчас под гитару мне очень нравится петь, и сейчас я спою песню, музыка не моя, Соловьева Седова, стихи наполовину уже мои, она, это чудесная песня о нашем любимом городе, вот, но когда ее сочинял поэт Алексей Фатьянов, он тогда город назывался Ленинград, а сейчас Петербург, и дети не поют, но мы как Мурку, я ее как хочу, чтобы это песня шагнула в жизнь, и чтобы ее современное поколение тоже пело, но со словом Петербург. Вот, видимо, все-таки нельзя переименовывать, потому что как пойдет, так и не остановишь. Потому что до Ленинграда еще ведь город назывался по-другому. Ну, а пошло бы дальше, еще что-нибудь было. Москву же не переименовывали. Правда, при Брежневе был слух, что Москву переименуют в Ленинград. Был слушок такой, прошел. Короче, это моя версия родилась как шутка, но сейчас она обретает смысл. Значит, меня пригласили участвовать в фестивале сатиры и юмора «Золотой Остап». Я уже жил в Москве, но мои заслуги в области юмора помнили. И основатель фестиваля Белевич, вот такой писатель-сатирик, его компания чудесно меня позвали. И сразу нам дали звание авторитеты, мы были авторитеты. И вот презентация происходила на Васильевском острове в ресторане «Венеция». И туда приехал только что избранный мэр Анатолий Собчак. Он сел, значит, и дали слово мне. Я вышел, так, кто звонит? Шадрин. Шадрин, это очень хороший фотограф. Алло, Максим? Максим, я на концерте, приходи в «Гнездо глухаря». Вот. И я выхожу и говорю, а надо всегда начинать с шока. Всегда, артист должен взять за горло. Номер должен начинаться ярко. Я говорю, знаете, вот тут сидят и ругают, тут люди ругают советскую власть. Не все ведь в ней было плохо. В зале тишина, потому что тогда было все это, знаете, коммунисты-демократы. Все, блин, кого мы позвали? Значит, я говорю, мелодии были хорошие. Ну, мелодии, ладно, хорошие. К чему он клонит? Я говорю, а тексты иногда подводили. Ага. Я говорю, я хочу спеть песню о нашем любимом городе так, как если бы, это такая гипотеза, плохих времен не было. Не было войн, о чем мы все мечтаем, что все, это война последняя. Не было ни гражданской, ни отечественной, ни революции. Город как был Петербург, так и был, и был, и был. Так, спящая принцесса говорит, тебе 18, 18 и 18. Все, то есть, чтобы веретеном не укололось. Был и был. И тогда песня бы звучала вот так. И это реально, потому что если эти люди, авторы песни, не погибли в суровое время, то уж при благоприятном таком они 100% были бы живы. Я говорю, ну я всего-навсего заменил Ленинград на Петербург. Вот, старую песню это не убивает, кто хочет поэтиться. Но есть вот и такой вариант. Собчак говорит, участвовать можно? Я говорю, можно. Город над Волгой. Запишите, если можно. Мне бы очень хотелось, чтобы она пошла в жизнь с таким вариантом. Город над Вольной Невой. Город наш любимый и родной. Слушай, Петербург, я тебе спою
за душевную песню свою вместе. Слушай, Петербург, я тебе спою за душевную песню свою. Здесь проходила, друзья, юность беспокойная моя. Пушкинской тропой, Невской водой жили ровесники рядом со мной. Собчак, вот мой вариант. Лиговкой ночной, с песнею блатной шли ровесники рядом со мной. С этой поры огневой, где бы мы ни встретились с тобой, старые друзья, вас я узнаю, петербургскую юность свою. Старые друзья, вас я узнаю, петербургскую юность свою. Четвертый куплет там потрясающий, но с Божьей помощью и здесь получилось. Ветер шумит над Невой, засыпает город дорогой. В садах застываю вдруг. Доброй ночи, родной Петербург. В парках и садах застываю вдруг. Доброй ночи, родной Петербург. Чайковский вариант выбирает. Можно участвовать. И быстро придумал. Вот это мэр у нас был, да? Молодец. Ну и старые друзья здесь у меня в зале. И я хотел, чтобы Александра Тарновская, может быть, песню спела какую-нибудь. Вот. А еще здесь Люба Сердечная. Я на ее гитаре играю все мои концерты. «Гнезде глухаря». Это гитара «Любовь сердечная», она же сама и поет тоже. Но... Саша, споешь? Нет? Готов. Выходи. Вот. Сергей Жадин. Детский поэт, потрясающий. И Сережа тоже прочитал стихотворение. Вот. У тебя рыболовный магазин есть, да? Существует? А? Оптовый. Ну ты как так, что у тебя покупали? Нет, конечно. У вас сети женские. Вы сетями. Сети, да? Раз уж так все настроено, буду сети. Какая фотография? Но в самом главном. Любочка фотография. Привет всем, друзья. Боже, аристократ. Приехали в фестиваль куда-нибудь, лес, сапоги, комары. Вот она вот так выходит, и все видно, что это Санкт-Петербург. Спасибо, Гриш. Я очень признательна за приглашение. С удовольствием попробую на гитаре Любочки Сердечной. Да? Спеть самую новогоднюю, наверное, песню, вы все ее любите, знаете, она звучит уже много-много-много лет с экранов телевизоров, когда мы все встречаем Новый год. Песня на стихи Марины Цветаевой, музыка Микаэля Тривердиева, мне нравится. Это... Сейчас я буду вам петь, можно, Гриш? Так, Паш. Это только так, артистический этюд, я не переживаю. Мы все подружились на Валдае. Вместо силы, да? Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится, что я больна не вами. Что никогда тяжелый шар земной не уплывет под наш.
что можно быть смешной, распущенной и не играть словами, и не краснеть у души волну, слегка соприкоснувшись рукавами. Спасибо вам и сердцем, и рукой за то, что вы меня, не зная сам, так любите. За мой ночной покой, за редкость встреч закатными часами, за наше негуляние под луной на Валдае, за солнце не у нас над головами, за то, что вы больны и мной, за то, что я, увы, больна и вами. Я все-таки немножко им больна. Концерт мы с этим номером могли бы полстраны проехать. Здорово. Миша, а посвящение Петербургу? Ну, там, какой спеть? У меня же целый диск есть. У меня целый диск есть. Называется «Прогулки по Петербургу» под аккомпанемент. Да, под «Прогулки по Петербургу» под аккомпанемент гитары и дождя. Я хочу сделать отдельный концерт-спектакль по этим песням, и я нашел прекрасного фотографа и видеооператора, режиссера, его зовут Андрей Титов. В зале-то нет? Андрей Титов. И он сделает видеоряд, чтобы петь. Второго гитариста здесь найду, я играл московский Александр Медведский, и вот просто видеоряд шикарный такой. Мы сделаем такой спектакль. Песня записана, в интернете можно найти. У меня есть страница в Ютубе, и там этот диск выложен. И там много песен. В основном все их записал, когда здесь жил, но некоторые, и когда уехал уже. Закрою глаза и увижу. Эта песня, она третья из цикла, внутри из цикла, посвященной блокаде. Первая песня — «Ленинградская блокада», вторая — «Послевоенный город». А третья — это вот триптиха «Закрою глаза и увижу». Но она и так нравится, но на самом деле это монолог человека, который жил во время блокады в Ленинграде. И это стихи о том, что ему давало силу жить и выжить. Стихи Александра Кушнера. Закрою глаза и увижу тот город, в котором живу, какую-то дальнюю крышу, и солнце, и вид на него. В каком-то печальном прозрении увижу свой день роковой, предсмертную боль и хрипенье, и блеск облаков над него. Thank you.
Невскую прыть за этот единственный год, за этот единственный год. За этот единственный год, где можно и в горе прожить. Когда я жил в Ленинграде, у меня была любимая забава, такое, значит, фишка, не знаю что, такая причуда, или просто, хорошая. Ты чего руки не выучил? Да просто. Когда шел дождь, я любил гулять. У меня плащ был длинный, он сохранится. Сынок, кстати, надо его найти. Что-то я его давно не видел. Длинный, и он у меня на обложке сфотографирован. Плащ, я брал зонтик и гулял. И было полное ощущение, что я в научно-фантастическом фильме. Я был один и город. Во-первых, люди все боятся непогоды и дождя боятся. Какая погода? Какая разница? И вот дождь, все прятались, значит, никого нет. Машин тогда не было. А которые были, их загоняли во дворы, потому что вырывали щетки, колеса и даже лобовые стекла. Поэтому набережные были пустые. Такой был период жизни. Ни одной машины, людей не было. И вот я шел с этим зонтом, это так интересно было. Просто вот пустой город совершенно. Редкий проход, просто не было прохода. И вот эти воспоминания, они легли как бы вот в концепцию диска, обложку. Значит, обложку с фотографией сделал московский фотограф, он так увлекся. И мы приехали, прямо он специально приехал, и мы ходили, снимали. Вот. Его зовут Петр. Имя Петр зовут, там на обложке написано. Петя сделал фотографии эти. И так вот, значит, родился диск. По некоторым из этих песен был снят фильм в свое время на студии Лентелефильм, и назывался этот фильм «Город в подарок». Лентелефильм снимал тогда получасовые музыкальные фильмы. Много их там было тогда. Вот. Также называется сборник стихов Александра Кушнера взяли. Потом название «Город подарок». Потом я записал эти песни спокойно уже в Москве, не спеша, за свои деньги, никуда не планировал. И сейчас это саундтрек, можно сказать, для фильма. Будущего можно вполне снять заново. Ну вот хочу сделать, чтобы это была концертная программа. Вот. И там я вспомнил вот песни о блокаде, я даже письмо написал, представляете, что детка делаю, руководителем города. Я написал, что надо изменить формат празднования этой годовщины, это же не праздник. Вы празднуете как праздник, все время орут громко репродукторы, вот это я помню. Какие-то песни вот этими голосами, как будто какую-то победу празднуют. Это же великая трагедия, величайшая трагедия мира. Может быть, даже вообще второй такой истории не было в мире, как то, что случилось в осажденном Ленинграде. Чего орать? Вот, тем более я учился по этой профессии. Сделайте этот праздник, я им написал, тихим. Сделайте этот день днем тишины. Зажгите везде свечи, везде, где можно. В Финляндии, вот рядом, они в снегу втыкают. И обратитесь, вот давайте просто молиться, молчать, зажигать свечи, все. Может быть, до венки, после, но какой-то день такой надо, ну как-то по-другому. Все это оттуда пришло, когда это двор был. Вот эти козлиные голоса академические. Что вы кричите? Что это вот? Ну, конечно, никакого ответа. Милые песни мне нужны под гитару облакать. Нужно, чтобы орало все. Но я знаю, почему я это сделал. Потому что я знаю, что
Надо что-то сделать себе. Вот. Оно существует, пока ты его терпишь. Пусть тихо, скромно, пусть 20 бандитов, но ты просто показал, что тебе это не нравится. Ну что, я это сделал, и моя как-то совесть немножко там все-таки. Мне кажется, что, может, и я не прав, но мне кажется, что можно и с этой стороны посмотреть на это. И праздник, это для них праздник, а это часть истории мировой. Мировой. Конечно, это и наша история, но это в мире случилось такое зло, такое вообще, не знаю, там. Поэтому вот эти три песни у меня есть, вы там найдете их. Итак, сейчас стихотворение прочтет Люба Сердечная. Любочка, можно? Вы на сцену не подойдешь, тем как подать, а? Да. Лев Марат, у нас Марат, потрясающий парень, Марат, он поможет. Марат, это можно. А я буду достану. А достанешь. А Марат? А Марат, скажу Пасха. Ну, почему мы любим Григория Гладкова? Потому что нас всех на какой-то момент отправляет в детство, да? А нам там хорошо, а нам там ласково, а нас там любят. Вези меня, ледянка, в детство, где мне еще не больно падать, где чур, а в всех напасти средства, где каждая снежинка — радость, где папа молодой и сильный, где плакать хочется без мамы, где лес и розовый, и синий, а Дед Мороз такой румяный, где ничего вкуснее сосульки, где сам себе игрушки клеишь, где каша манная в кастрюльке, а апельсин, когда болеешь, где горькая микстура в ложке, где с пенкой молоко в стакане, где в плед завернутая кошка и тетя Валя на экране, где мандарины пахнут елкой, где под столами новоселье, где нос укутан в шарф и колки, где угол плата за веселье, где кубики гематогенки, еще вкуснее шоколадки, где вечно сбитые коленки, где с промокашками тетрадки, где счастье, если мама дома, где горе, если спать ложиться, и ничего ценней альбома, и ничего страшнее мыться, где примерзают руки к санкам, и где еще не стыдно плакать. Вези меня вперед, ледянка. Ты знаешь, я умею падать. Спасибо. За то, что ты нам приезжаешь. Спасибо. Может, сейчас песню мистер Куклер. Включи нам, пожалуйста, играет ленинградский диксилент. За время записал на фильме «Мелодия» здесь капелле. Мистер Жук. Можно вот так делать. Не, мистер Жук. Мистер Жук. Пониже там. Дикси, мистер Жук. Был когда-то я знаком с рыжим мистером Жуком. Познакомились мы так, мистер Жук большой чудак. Прямо честно и открыто вечером у Бакарына. Мистер Жук большой чудак. Я спросил его, куда вы, он так милые забавы. Вы, наверное, хотите пароходом стать корыте. Жук сказал, идя ко дну, отвяжитесь, я тону. Отвяжитесь, я тону, мистер Жук.
рощи сука, где пришлось достать жука. Выпал сухарча сердито, кто просил вас лезть в корыто. Был я курсом без пистол, обожаю водный спорт, обожаю водный спорт. Сказал бы вам спасибо, но простите, слишком гор. С детских лет, признаюсь вам, все привык я делать сам. Ползать сам и сам кусаться, сам тонуть и сам спасаться. Все привык я делать сам. А сейчас Дикий Бен тоже записан. Там же игра, песня, она из мультфильма «Пластилиновая ворона», второй сюжет. На стихе Алексея Дениса. Игра. Вот я вижу, куст растет в саду, воробьи играют в чехарду. Вижу пса смешного своего, а теперь не вижу ничего. Вот я вижу, пыль станет столбом, грузовик промчался за углом. Вижу, как шофер ведет его, и опять не вижу ничего. Вот мы видим желтый мотылек, раскачал зеленый стебелек. Видим мы, как шмель влетел в окно, и опять, опять не видно ничего. Снова видим, выбивают кресло, видим, приближается гроза. Да чего же это интересно, закрывать и открывать глаза. Закрывать и открывать глаза. Закрывать и открывать глаза. А сейчас слово поэту Сергею Жатину, который продает все для рыбной ловли в этот оптом. Серега, надо свой магазин. Ужатен. Все будут, мы тебя рекламируем, рекламируем. Все, или интернет-магазин откроют. Вот. Давай. Значит, шляпу одевает мою. Сергей книги выпускает, молодец. Он тратит свои гонорары, то есть зарплаты свои на книги, пускай детские книги. Молодец. Я хорошо читаю. Издательство в очередь стоит, просто чтобы я... Сам ничего не делаешь. Серега. Молодец, что тебе сказал. Ленинград – это город детских поэтов. Здесь и Маршак, и Чуковский, Михаил Леснов, Сергей Махотин, сейчас замечательный поэт, жил среди нас. Жил Олег Григорьев, поэт-хулиган детский. Вот. Так что здесь замечательная питательная среда для сочинение детских стихов, рождение детских поэтов. Да, нужно что-нибудь про Петербург. Да, да, что хочешь. Да. Продолжая петербургскую тематику. Мост пролет распахнул над него. Прозвенел, как будильник, трамвай. И неспешно, бродя под луною, из апреля двигаясь в мать.
Небо штопает шпили надежно, зашивая края облаков. Я иду по тебе осторожно. Город статуи, колонн и дворцов. Город-призрак, культуры столицы, колыбель революции бумаг. Повезло мне однажды родиться на гранитных твоих берегах. Городов много разных на свете, но бывая в чужой стороне, ночи белые вижу я эти, возвращаясь к ним даже во сне. Тяжело, я после финала, где бы я ни был, не забросила умереть, я хочу здесь, где именно здесь. Вот так. Не в Петербурге. Нет. А ты в прошлый раз все была Серега? Недавно. А раньше была что-то? А, просто с этой стороны. Ну что, спасибо тебе. Я родился здесь и умереть хочу здесь. Уехал, что интересно, я уехал практически с Московского проспекта, я жил, ну, был, для квартиры прописан был 4-й Красноармейский, прямо дом, ну, второй дом, ну, на углу. Кстати, она шириной с Эль-Биро. И прямо и переход, и все прям. И там столько мы сфотографировались, типа босиком переходили, как Битлз. Вот. И, значит, переехал в Москву, это был 83-й год, и я жил в разных местах. И сейчас я оказалось, вдруг я обнаружил случайно, что я живу на той же улице, с которой уехал. То есть я здесь жил на Московском проспекте, а там я живу на Ленинградском. И у меня прям прописка, Ленинградский проспект, дом такой-то, квартира такая-то. Вот, эта улица по прямой, ну, примерно 600 километров она. То есть я жил на ней и живу на ней. Представляете? Вот так вот получилось. Удивительно. Вот. Такое совпадение. И сейчас песня из художественного фильма «Сказки старого волшебника», стихи Александра Тимофеевского. Авторы песни «Пусть бегут неуклюже». Фильм чудесный, там снимались актеры замечательные. Сергей Юрский, Армен Джигарханян, Евгений Евстигнеев, Татьяна Васильева, Евгений Симонов, Александр Демьяненко, Шурик, Михаил Светин, Игорь Дмитриев, молодой принц Антон Табаков, которому 100 лет, Игорь Кваша. Еще много актеров чудесных. Вот. И фонограмму я писал в студии документальных фильмов на Крюковом канале. Пожалуйста, включи, пожалуйста, Лев. Нет, нет, не это. «Спящая принцесса». Все нет и нет, и если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Принцесса так и не простит.
проснется, и если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Принцесса спит 100 лет, 100 лет, а храбреца все нет и нет. Если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. И если рыцарь не найдется, принцесса так и не проснется. Хотел бы позвать на сцену ребят для фотографии, детей, которые в зале. Ходите сюда, сфотографируемся и споем «Пластилиновую ворону» в любимом мною стиле кантри. Есть очень много версий этого песни из этого мультфильма. И хард-рок, и техно, и хоры академические, например, Краснодарской филармонии. Спел эту песню ленинградский хор детский хор Ленинградского радио и телевидения под управлением Станислава Грибкова. Но мне больше всего нравится хор турецкого. Они спели акапелла. Послушайте в интернете, это блистательно, и спето, и придумано. Вот. Но я сделал вариант в стиле кантри, и Александр Татарский успел услышать до своей кончины. Ему понравилось. Выходите, ребята. Да нет, сфотографируемся, останется на память. На память. Давайте. Павлуша, сынок, ты для меня ты должен. Иди к нам сюда. Можно с родителями, если хотите. Бабушки, дедушки, родители. Бабушки, дедушки. Сыночек. Ну иди, сынок, я прошу тебя. Украсть, сыночек. Да. Любимая, кстати, песня наша «Бажурка 80». «Бажурка 80», да. Ну иди сюда. Или повыше сюда. Так, все вышли? Ну, если... Ой, молодец. Принцесса просто молодец. Такое платье красивое. Повыше с этой стороны. Молодец. Здесь, да, этих всех платьев. Действительно, оборона. Так, все, ну иди сюда. Можешь с папой уйти. Иди. Иди. Давай, фото будет. Потом, знаешь, как интересно вспоминать будет. Потом, знаешь, что я тебе хочу сказать, что с этой стороны из зала смотришь один вид, а отсюда туда вообще другой. Совершенно. Вот. Совершенно все по-другому. Иди спать. Это на память. Фото на память называется. А вот девочка еще. Да? Ну-ка иди скорее сюда. А это не девочка, а темноте вообще. Девочки. Не поймешь. Ну ладно. Правильно подумал, совершенно идея. Я его знала, когда он был абсолютный мальчик. Вот Лариса Дмитриевна, привет, дорогой. Это ты что? Ну, конечно, кто еще может быть так разговаривать? Мы наоборот обсуждаем. Знаешь, это как... Бухаревский, я помню все фамилии. Да, да, да. Два мальчика, два тихика, два котика. Не да. Зонтик, не зонтик. На досочке тихонечко. Ну иди прочитай сюда. Да, это прекрасная актриса, Лариса Дмитриевна. И песенки у них уже качают. Ленинградский тюз. Что нынче? Качинский Федоров. Дайте начинать. Что нынче понедельник?
понедельник или пятница. Им кажется, что детство вечно тянется. Подымется один, другой опустится. К плечу прибилась бабочка-капустница. Качается с утра до самой до ночи. Ни горя, ни беды, ни мелкой сволочи. Все в будущем, за мир мадувачек. Мне кажется, что ты один из мальчиков. Я когда был начинающий еще композитор, мои песни включили в спектакль «Ленинградского тюза». Дети. Ты играла? Так вот этот ансамбль, антракт, мы так, я там и была солисткой. Пой, Вася, я и кричала, пой, Вася. Вот эти песни попали до мультфильма. Я рада очень тебя видеть. Да, потрясающе, да. А потом уже все. Да, что тут девочки сюда. И там была песня одна, тоже Кушнера, от этой же компании, что и Вася. Романс. Да, романс. Мы сказали дяде Коле, да, дядя Коля, спойте, что ли, спойте, что ли, что-нибудь, хоть немного, хоть чуть-чуть. Что ж вам спеть, ответил дядя. Стал он петь на нас, не глядя, то, что дядя пел для нас, называлось романс. В нем слова такие были, жаль, что мы их позабыли. Про вскипающую кровь, про несчастную любовь. Вот, сказала Таня с чувством, настоящее искусство, а не песни для детей. Мы согласны были с ней. Так. Ну, кстати, по старой традиции, диски уже уходят, можно приобрести будет у моего сына Павла, там рюкзак. Мы, это у нас статья дохода, на корм собакам бездомным. Вот, значит, все это идет на ЧАПе, на все. Так что можете подойти там, я туда тоже пойду, можно автограф взять и приобрести, если вдруг. Вот, ну, знаете, уже не только винил вернулся, кассеты, все, возвращаются. И диски тоже вернутся. Итак, «Пластилиновая ворона». Кстати, еще большой кусочек исполнил. Значит, у этой песни несколько поэтов. Режиссер Александр Татарский задумал как капустник эту песню. Есть такой жанр, поэтому там много цитат из разных песен, «Битлз» и так далее. И поэтов несколько. А может быть Успенский, а может быть Крылов, а может быть Лафонтен, потому что он из Лафонтена Крылов перевел басни, а может быть Эзоп. Все их придумал Эзоп. Но КВНщики добавили пятого поэта. Помогите вспомнить, препарировать известные стихи, известные песни. Пятого поэта зовут Олег Митяев. Изгиб гитары желтой, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля. А может... И не желтый, тра-ля-ля-ля-ля. А может... Не гитары, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может... Саксофон? Не изгиб. Из этих же слов все делает. Ты обнимаешь нежно, тра-ля-ля-ля-ля-ля-ля, а может... Не нежно. Тра-ля дальше усложняется. А может... Не обнимаешь. И самое... А может и не ты. Так бывает на турслетах и фестивалях авторской песни. И ты, ну, струна осколком эхо, а может и не эхо, а может не осколком, а может не струна. И там она позавтракать, а может пообедать, а может и поужинать. Спокойно собралась. Итак, завершаем встречу. Браво. Как тебя зовут? Полина. Полина у нас принцесса. С принцессой Полиной завершаем встречу «Пластилиновой вороной» в стиле кантри. Вот. Кукер пилит, апельсин витамин. Вот. Давайте. Поможем. Вот. Машем, ребята. Машем. Одну.
может, и не сказку, а может, непростую хотим вам рассказать. Ее мы помним с чего? С детства, а может, и не с детства, а может, и не помним, но будем вспоминать. Сегодня наша сцена. Вот, эти диски.
такая принцесса. А я видел, там свечи зажгли. У вас что, день рождения? Да. Блин, мы вот ту песню посвятили вам. А у кого? Нет, у девочки. Да, ничего себе. Ну давайте сейчас куплетик хотя бы. Пусть бегут девочки. Идите сюда. Как зовут вас? Алена. Давайте, вы моей шляпе будете. Петь, а мы вам споем. Пусть бегут неуклюже пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. А я играю на гармошке у Алены на виду. К сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Молодец, здорово, что вы встретили день рождения из тех глухаря. Надо галерею создать на сайте. Мы встретили день рождения в гнезде глухаря. Все. Включи, пожалуйста, Лев, падал прошлогодний снег. Садитесь, друзья. Молодцы. Молодцы, да. Павел Браво! Ну вот подошла к концу наша встреча. Будем надеяться на все хорошее, все лучшее. С этим мы и живем в России. Надеждой. Надеюсь, что мы еще увидимся с вами. Сейчас такая возможность появилась общаться в интернете. Давайте общаться, дружить друг с другом, болеть друг за друга. Всего самого доброго вам. Берегите себя, близких, этот чудесный город. Всего самого доброго. С вами был Григорий Гладков, 101. Я Николай Николаевич Дроздов говорю, вступай в наш клуб, тому за 100. Я говорю, не могу, я уже в клубе 101. Мне на одну цифру больше. Но в ваш я готов вступить и состою. У меня он называется по-другому. Кому по 100. Куда и возраст, и доза сливаются. Thank you.